пришлось ограничиться деловой поездкой в Комсомольск-на-Амуре. А дело-то не шутиное выпало. Судить чемпионат по хип-хопу и брейку. Задачу свою они с честью выполнили и про нас не забыли. Заглянули на огонек. Владимир Гущин, руководитель хип-хоп школы «Гарлем». Михаил Медякин, член группы «Креатив Крю». Данила Игнатов, член группы «Джаз Кидс», город Хабаровск.